В течение последних нескольких лет лагерь «Дружба оздоровительная» находился, ну, как бы на содержании у наших коммунальных структур. Ну, наверное, сейчас можно говорить, что это не совсем верно, и, как показала жизнь, мы при проверках получали ряд замечаний со стороны контролирующих органов, серьезных замечаний. Хотелось бы, чтобы лагерь «Дружба», который орские ребята многие знают и отдыхают в нем не первый год, и хотели бы отдыхать, стал комфортным местом летнего отдыха наших юных арчан.